Североказахстанские преподаватели в числе победителей республиканского конкурса видеоуроков. Его суть состояла в том, что педагоги снимали свои работы на камеру и отправляли на рассмотрение жюри. Нашу область представляли около 100 учителей. Сегодня назвали имена лучших. Четвертая четверть прошлого учебного года для казахстанских школьников прошла дистанционно. Такому новшеству, возможно, обрадовались дети, но точно не учителя. Чтобы вести занятия удаленно, пришлось порой часами записывать видеоуроки, делать по несколько дублей, а затем отправлять ученикам, признается Гульмира Алина. Она учитель истории из Акжарского района. Недавно стала победительницей областного и республиканского конкурсов видеоуроков. Участвовала в разработке уроков видеоформата для четвертой четверти. Я надеюсь, что данные видеоуроки внесут свою лепту в образование нашей республики. Тимбилдинг для учителей. Так можно назвать проект TeachMeet. Формат мероприятия дистанционный. Его замысел заключается в том, что по видеосвязи педагоги обмениваются опытом, мнениями, а еще обучаются новым навыкам и оттачивают те, которые уже имеются. Дистанционное обучение стало вызовом, если хотите сказать, если можно сказать, взрывом в обучении. И сейчас важно понимать не то, на каком компьютере или смартфоне преподает учитель, а как качественно с помощью этого оборудования он преподает. Важно не просто проводить дистанционные уроки, важно не терять тесной взаимосвязи и обратной связи с родителями, учащимся. Важно каждому учителю понимать, что дистанционный формат обучения – это современное веяние, которое необходимо каждому осваивать. Лучшие видеоуроки преподаватели отправят в республиканские школы, говорят специалисты. А образцовые работы покажут во всех региональных. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.